Да, доброго дня. Вот мне нравятся эти ребята, что они вечно недовольны. У них и рожи вечно недовольны. Они постоянно такие недовольные. Они при Порошенко очень сильно довольствовались тем, что начали фильм снимать. Потому что фильмы, за клепку фильмов отвечает Ильенко. Это брат их функционера из «Волосвободы», да? И они наклепали этих фильмов просто безлич. Но на самом деле их никто не смотрит. То есть на них тупо воруются деньги из бюджета. Ведь вы же смотрели фильм про Петлюру? Нет, не смотрели. Пропетляли как-то, да? А фильм «Позывные Бандера» смотрели? Тоже не смотрели. Ну, их таких фильмов там немерено. И они все проваливаются в прокате. Ну, за исключением комедий, да? Но в комедии не так много вливают деньги государство, как в эти все пропагандистские эти все поделки, которые на самом деле потом никто не смотрит.